Уважаемые коллеги, всего из 23 членов Совета, утвержденного приказом председателя ВАК Российской Федерации, у нас присутствует 16 членов Совета, количественный кворум обеспечен. По специальности сердечно-сосудистая хирургия, гриф 14.01.26, присутствует 6 членов Совета, количественный кворум также обеспечен. Разрешите заседание объявить открытым. На повестке дня у нас защита диссертации Гарманова Сергея Владимировича на тему «Хирургическое лечение, аневризм восходящего отдела и дуги аорты в условиях антеградной перфузии головного мозга», представлена на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности сердечно-сосудистая хирургия, гриф 14.01.26. Слово предоставляется ученому секретарю. Гарманов Сергей Владимирович, 82 года рождения, окончил факультет фундаментальной медицины Московского университета имени Ломоносова по специальности лечебное дело, далее клиническую ординатуру в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского по специальности общей хирургии, далее клиническую ординатуру в нашем центре по специальности сердечно-сосудистой хирургии и клиническую аспирантуру по этой же специальности в нашем центре. В настоящее время работает в должности младшего научного сотрудника и врача сердечно-сосудистого хирурга отделения реконструктивной хирургии корня аорты. Там же и выполнила диссертация, апробирована 16 января 2019 года под председательством профессора Муратова. Официальным рецензентом выступили доктор меднаук Шамсиев и кандидат медицинских наук Дарвиш. Опубликован 28 научных работ, из них 11 статей в центральной печати. Экзамены все сданы на отлично. Характеризуется как опытный квалифицированный специалист. Все документы соответствуют положениям ВАК. Есть какие-нибудь вопросы по справке? Нет, да? Сергей Владимирович, вам предоставляется 20 минут для изложения основных положений вашей диссертации. Глубокоуважаемый председатель, член диссовета, коллеги, разрешите представить вашему вниманию результаты исследований на тему хирургического лечения аневризма восходящего отдела и дуги аорты в условиях антеградной перфузии головного мозга. Одним из наиболее грозных осложнений оперативных вмешательств на дуге аорты является повреждение центральной нервной системы, сопровождающееся транзиторным и постоянным неврологическим дефицитом, зачастую определяющим исход операции и длительность стационарного лечения. Так, по данным многих исследований, риск развития инсульта после операции на дуге аорты достигает 16%. Метод защиты головного мозга при операциях на дуге активно разрабатывается во всем мире на протяжении уже полувека. Селективная антеградная перфузия в модификациях унилатеральная или бигемисферальная является наиболее современным и физиологичным методом защиты головного мозга при вмешательствах на дуге аорты и на сегодняшний день активно применяется в большинстве кардиохирургических центров. Несмотря на достижения в хирургии аневризм и расслоение восходящего отдела и дуги аорты, частные вопросы применения антеградной перфузии головного мозга остаются актуальными. Спорным остается вопрос об уровне гипотермии. Все больше данных свидетельствует в пользу того, что антеградная перфузия обеспечивает продолжительную и безопасную остановку кровообращения в условиях умеренной гипотермии. Также в последние годы активно обсуждается вопрос о необходимости бигемисферальной перфузии головного мозга во время вмешательства на дуге. Во многих центрах применяется унилатеральная перфузия через подмышечную или подключичную артерию. Неоспоримыми преимуществами этого метода защиты головного мозга является относительная техническая простота и отсутствие необходимости лишних манипуляций на брахиоцефальных артериях, что минимизирует риск развития неврологических осложнений. В 2014 году Европейской ассоциацией кардиоторакальной хирургии был проведен опрос, в котором приняло 144 кардиоцентра, что составляет примерно треть всех кардиохирургических клиник Европы. Полученные данные отражают основные на сегодняшний день стратегии, применяемые в хирургии дуги аорты для защиты головного мозга. Наиболее предпочтительным местом артериальной каннуляции является подключичная или подмышечная артерия, как при остром, так и при хроническом расслоении. Бедренная артерия чаще используется при нестабильных клинических ситуациях. В большинстве центров для интраоперационной защиты головного мозга применяют бигемисферальную антеградную церебральную перфузию. Унилатеральную перфузию примерно в 1/3 центров. 2/3 центров выполняют вмешательство на уровне умеренной гипотермии 22-26 градусов Цельсия. Треть всех центров использует более низкие температуры. Целью проведенного исследования явилось улучшение результатов хирургического лечения пациентов с аневризмами восходящего отдела и дуги аорты с применением метода антеградной перфузии головного мозга. До настоящего времени не определены критерии отбора пациентов для проведения
УНИ и бигемисферальной интегральной перфузии, выбор оптимального уровня системной гипотермии, интраоперационной оценки адекватности церебральной перфузии, что и стало основными задачами данного исследования. Первое – это оценить адекватность церебральной перфузии до и во время антеградной церебральной перфузии на основании интраоперационной транскраниальной доплерографии и данных кислотно-щелочного состояния крови и редоксоксиметрии. Разработать показания к использованию унилатеральной и бигемисферальной интеградной перфузии на основании результатов доплерографии и оксиметрии. Оценить непосредственно результаты хирургического лечения аневризм восходящего отдела и дуги аорты. Оценить влияние уровня гипотермии головного мозга при интеградной перфузии на непосредственно результаты хирургического лечения аневризм восходящего отдела и дуги аорты. Провести сравнительную оценку эффективности методов интеградной перфузии на основании полученных результатов. Исследование носило когортный уницентровой ретроспективный характер. В исследование были включены пациенты, которым с 2005 по 2015 года было выполнено вмешательство на восходящем отделе и дуги аорты с применением интеградной перфузии. Оценивались степень нарушения перфузии головного мозга по данным доплерометрии, оксиметрии, кислотно-щелочного состояния во время вмешательства на дуге, частота и характеристика ранних послеоперационных осложнений, в том числе неврологических, и летальность. Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным контрастированием является золотым стандартом диагностики у пациентов с аневризмами и расслоением грудной аорты, в том числе для определения показаний к расширению оперативного вмешательства на дугу. Кроме стандартных методов обследования, при стабильном состоянии пациента проводилась дооперационная транскраниальная доплерография с функциональными пробами для оценки скоростных показателей мозгового кровотока и состоятельности коллатерального кровообращения головного мозга. Для определения функциональной замкнутости вилизевого круга выполняли пробы с временным пережатием общей сонной артерии и одновременно регистрация кровотока по средней мозговой артерии. Во время пробы оценивали клиническую симптоматику, среднюю скорость кровотока по средней мозговой артерии до и во время пережатия сонной. Скорость кровотока после пережатия. Распределение больных проводили в соответствии с классификацией, принятой в нашем центре, на три группы. Проба считалась положительной при наличии клинических симптомов, условно положительной при снижении средней скорости кровотока по средней мозговой артерии более чем на 55% и без клинической симптоматики. Проба отрицательная считалась при снижении кровотока менее чем на 55% без клинической симптоматики. Проба не проводилась пациентам в острой стадии расслоения или имеющим значительное поражение брахиоцефального ствола и сонных артерий. Положительная или условно-положительная проба Матаса, то есть функционально несостоятельный вилизиев круг, служили основанием для применения бигемисферальной интеградной перфузии головного мозга во время предстоящей операции. Оценка показателей КЧС из левоеремного синуса проводилась в 7 временных точках по ходу операции. Транскраниальная доплерография выполнялась до искусственного кровообращения, во время искусственного кровообращения, непосредственно и после начала интеградной перфузии. Исследование интракраниальных артерий проводилось с двух сторон через височное краниальное окно. Для оценки уровня тканевой оксигенации использовали систему INVAS пороговым значением, свидетельством о возникновении ишемии соответствующей гемисферы и необходимости перехода на бигемисферальную интеградную церебральную перфузию при вмешательстве на дуге считали 40%. В данную работу было включено 111 пациентов. Основными показаниями к оперативному вмешательству на восходящем отделе и дуге аорты явились расслаивающие аневризмы аорты первого и второго типа, реже аневризмы восходящего отдела и дуги без расслоения. Почти у половины больных в дооперационном периоде была выполнена транскраниальная оценка мозгового кровотока, по данным которой абсолютные показания для бигемисферальной интеградной перфузии на этапе вмешательства на дуге были выявлены у 13 пациентов в связи со снижением уровня кровотока по средней мозговой артерии при пережатии общей сонной. В большинстве случаев для подключения аппарата искусственного кровообращения использовалась правая подключичная артерия, примерно в 30% случаев бедренная артерия. Во всех случаях от основной артериальной магистрали отводилась ветвь для быстрого перехода с уни на бигемисферальную перфузию в случае необходимости. Унилатеральная интеградная перфузия осуществляется через правую подключичную артерию либо прямой каннюляцией брахиоцефального ствола. Бигемисферальная интеградная перфузия осуществлялась также установкой дополнительной ветви в устье левой общей сонной артерии. С учетом дооперационного обследования и интраоперационной оценки адекватности защиты головного мозга по типу интеградной перфузии все больные были разделены на три группы. Первое. 26 пациентов, пациенты с бигемисферальной перфузией головного мозга, которая проводилась в условиях глубокой гипотермии 18-20 градусов. Вторая. 48 пациентов, больные оперированы в условиях унилатеральной интеградной перфузии при гипотермии в среднем 22 градуса.
Третья группа – 37 пациентов, пациенты с бегемисферальной перфузией в условиях умеренной гипотермии, в среднем 25 градусов Цельсия. Стартовая объемная скорость интеградной перфузии в условиях глубокой гипотермии составила 6-8 мл на килограмм в минуту, в условиях умеренной гипотермии 10-12 мл на килограмм в минуту. На слайде представлен характер выполненных вмешательств. Полное протезирование дуги было выполнено у 69 пациентов. В 42 случаях потребовалось протезирование аортального клапана. Результаты. Показатели сатурации венозной крови на протяжении всего периода интеградной перфузии сохранялись на высоком уровне, и значение варьировало от 64 до 75%. При этом средние значения в каждой временной точке не имели различий при межгрупповом сравнении. На ранних этапах исследования транскраниальная допплерография служила основным методом интраоперационного мониторинга адекватности перфузии. При проведении унилатеральной перфузии снижение линейной скорости кровотока по контрлатеральной среднемозговой артерии ниже 80% от исходной служило показанием для увеличения объемной скорости церебральной перфузии. При снижении линейной скорости более 50% осуществлялся переход с уни на билатеральную перфузию. Увеличение объемной скорости интеградной церебральной перфузии с 8 до 10 потребовалось 18 пациентов в общей группе, что составило 16,2%. Церебральная оксиметрия в исследовании применена в 69 случаях, что составило 62% от общей группы наблюдения. В 11 случаях после начала унилатеральной перфузии отмечено снижение оксигенации в левой гемисфере ниже 40%. В связи с чем была дополнительно установлена канюля в устье левой общесонной артерии и начата бигемисферальная перфузия. Во всех случаях отмечено увеличение оксигенации до исходного значения. На верхней рисунке продемонстрированы кривые оксиметрии у больного с унилатеральной перфузией при функционально замкнутом вилизиевом круге. Отсутствие снижения уровня оксиметрии с контрлатеральной стороны. На нижнем рисунке представлены кривые редокс-оксиметрии правой и левой гемисферы у больного с переходом с уни на бигемисферальную интеградную перфузию при функционально разомкнутом вилизиевом круге. Стрелкой указан провал оксиметрии при начале унилатеральной интеградной перфузии. Несколько клинических примеров применяем нами стратегии. У больной 64 лет с диагнозом хроническое расслоение аорты первого типа по данным дооперационного КТ выявлен анатомически разомкнутый вилизиев круг. Однако, по данным транскраниальной допплерографии, отмечена отрицательная проба Матаса, свидетельствуя о функционально замкнутом вилизиевом круге. У пациентки выполнена операция супракоронарного протезирования восходящей аорты, частичное протезирование дуги аорты в условиях остановки ИК и унилатеральной антеградной перфузии. Интраоперационно у данной больной, по данным оксиметрии, отсутствие выраженного снижения уровня церебральной оксигенации с контрлатеральной стороны. Время перфузии составило 50 минут и отсутствие неврологического дефицита в послеоперационном периоде. У пациента 47 лет, также с хроническим расслоением аорты первого типа, по данным КТ выявлен анатомически разомкнутый вилизиев круг. Транскраниальная допплерография с пробой Матаса дооперационно выявлена функционально разомкнутый вилизиев круг. На изображении сверху представлено снижение кровотока по среднемозговой артерии в момент пережатия общей сонной. Пациенту выполнена операция супракоронарного протезирования, полное протезирование дуги аорты и условий бигемисферальной церебральной перфузии. Пациент экстубирован на первые сутки после операции. Следующий пациент 53 лет с острым расслоением аорты первого типа экстренно поступил в наш центр и был экстренно оперирован. Помимо КТ панаортографии, дополнительно КТ брахиоцефальных артерий и пробы Матаса не выполнялись. Пациенту выполнено супракоронарное протезирование, восходящие роты и протезирование гемодуги в условиях унибигемисферальной перфузии. Интраоперационно адекватность проводимой защиты головного мозга проводилась под контролем церебральной оксиметрии. Данный пример демонстрирует интраоперационные изменения тактики интеградной перфузии. Операция начата в условиях унилатеральной перфузии, однако с учетом данных оксиметрии потребовался переход с уни на бигемисферальную перфузию. На кривой оксиметрии отмечены кратковременные провалы оксигенации контрлатеральной гемисферы, связанные первые с ревизией дуги аорты, второе с началом протезирования дуги аорты до установления второй канюли в левую общесонную артерию, третье дислокация канюли из левой общесонной, что было выявлено и устранено, и четвертое это окончание дистального анастомоза на унилатеральной перфузии. Пациент экстубирован через 9 часов после операции. Результаты. Длительность искусственного кровообращения интеградной перфузии была статистически значимо больше в группе с бигемисферальной перфузией и глубокой гипотермией.
по сравнению с группами, где применялись унилатеральная перфузия и методика антеградной перфузии в условиях умеренной гипотермии. Статистической разницы между второй и третьими группами наблюдения не выявили. При полном протезировании дуги продолжительность церебральной перфузии была в два раза выше, чем при частичном протезировании. Госпитальная летальность в общей группе составила 14,4%. При рассмотрении летальности между по группам между первой и третьими группами оказались статистически значимыми. На слайде представлены причины госпитальной летальности. Полиорганная недостаточность, как основная причина, наблюдались чаще в группе с бигемисферальной перфузией в условиях глубокой гипотермии. При анализе нелетальных осложнений временный неврологический дефицит значительно реже встречался в группе с унилатеральной перфузией головного мозга по сравнению с первой и третьей группами. После формирования корреляционной матрицы методом главных компонентов выполнен факторный анализ с целью определения факторов риска развития неврологических нарушений на фоне антеградной перфузии головного мозга. Независимым предиктором развития неврологического дефицита служила продолжительность церебральной перфузии более 75 минут. Этот фактор напрямую связан с объемом вмешательства на дуге аорты. Так, неврологический дефицит в группе пациентов с полным протезированием дуги аорты наблюдался в три раза чаще по сравнению с группой частичного протезирования дуги. Фактор бигемисферальной перфузии оказался связан с повышенным фактором риска возникновения неврологических осложнений. В нашем исследовании абсолютное большинство пациентов с неврологическими осложнениями перенесли именно бигемисферальную перфузию. Наиболее вероятной причиной данного наблюдения представляется большой риск эмболизации, больший риск эмболизации мозговых артерий в связи с дополнительными манипуляциями на брахиоцефальных сосудов. Независимым предиктором развития неврологического дефицита служила продолжительность времени искусственного кровообращения – более 300 минут. Время ИК обусловлено, вероятнее всего, глубиной гипотермии, что требуется время охлаждения и время согревания. Разрешите не зачитывать полностью выводы исследования практической рекомендации, не указанные в авторе реферата, однако хочется остановиться на нескольких моментах. Для определения стратегии вариантов антеградной церебральной перфузии свою высокую эффективность показали методы транскраниальной доплерографии и оксиметрии, как на дооперационном, так и на интраоперационном этапах. При правильно выставленных показаниях унилатеральная антеградная перфузия показала высокую эффективность при относительно технической простоте исполнения. Данная работа явилась очередным доказательством того, что применение глубокой гипотермии не оправдано при вмешательствах на дуге в условиях церебральной антеградной перфузии. Благодарю за внимание. У кого возникли вопросы в процессе доклада, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Данной целью не стояло в работе исследовать отдаленные периоды, но мы в нашем отделении отслеживаем этих пациентов, потому что большая часть из них имеет первый тип расслоения, и они нуждаются в обследовании как минимум один раз КТ в год, через год они приезжают, и мы в дальнейшем наблюдаем за динамикой прогрессирования расслоения, расширения дальнейшей части дуги аорты, нисходящей части аорты. Так мы не оценивали пока. Спасибо. Часть пациентов выписывается, переводится в стационар по месту жительства для корректировки консервативной терапии. Часть из них отправляется домой, как после обычных клапанных операций. Еще вопросы, пожалуйста. Профессор Муратов, Ренат Муратович, доктор медицинских наук. Спасибо, Леонид Анатольевич, за вопрос. Исследование проводилось в течение 10 лет, и постепенно за эти 10 лет уровень гипотермии повышался. Начинались эти операции при унилатеральной где-то даже с 20 градусов, поэтому средняя температура появилась 22. В настоящий момент мы уже стараемся сделать при 25 градусах унилатеральную перфузию. Унилатеральную, да.
Наше мнение можно и нужно использовать, применять унитаральную перфузию. Уровень гипотермии? Сроки перфузии мозга безопасны? Сроки именно... Продолжительность? Здесь нужно исходить все-таки, наверное, из тех данных, которые мы получили, стараться не больше 75 минут. Потому что после 75 минут церебральной перфузии все-таки уже возникает риск неврологического дефицита. В условиях умеренной гипотермии, как унии, так и бигемисферальной перфузии. Здесь в любом случае. Разницы мы не получили. Еще, пожалуйста, профессор Акелян, доктор медицинских наук. Спасибо большое, Борис Кирилович. По поводу показания к функциональным пробам, не всем пациентам показаны эти пробы. Части больных имеется расслоение, имеются бляшки в сонных артериях, поэтому эти пробы не проводятся. Часть больных анатомически гиперстеники, им очень сложно пережать сонную артерию и получить достоверные результаты. Поэтому этот метод, он применяется, но не у всех пациентов. По поводу анатомической замкнутости, существуют в литературе работы, которые оценивают и анатомическую замкнутость, и функциональную замкнутость. Нет никакой корреляции между этими вещами. Иногда круг может быть таким по анатомическим исследованиям, по МСКТ, иногда таким. Мы больше опираемся на, именно на функциональную замкнутость, потому что не рекомендуется опираться на КТ-диагностику. Третий вопрос получается. Скоростные показатели. Скоростные показатели, параметры тоже достаточно широкие. У всех пациентов в нашем исследовании были разные. Очень пациенты были с артериальной гипертензией. Поэтому мы оценивали по транскраниальному доплеру скорости в момент начала перфузии и до перфузии на ИК. И смотрели динамику в этом плане. При увеличении скорости, то есть мы не добавляли саму объемную скорость кровотока до каких-то предельных значений, мы останавливались именно на оценке вот этих показателей. Если нас оксиметрия удовлетворяет, если нас удовлетворяет доплерография, мы останавливались и дальше не повышали скоростные показатели. И не нашли соответствия между какими-то неврологическими проблемами, между вот этими вещами. Так, еще вопрос доктора медицинских наук. Диасамидзе Кахабер Энверовича. Скажите, пожалуйста, в литературе имеются данные о выполнении этих операций в других температурных режимах, выше 30 градусов, 32 даже на термине. Ваше отношение к этому вопросу? Спасибо большое, Кахабер Энверович, за вопрос. Да, действительно, в литературе существуют операции протезирования дуги аорты даже в условиях нормотермии. Но на последнем аортальном съезде был доклад, не было разницы при гипотермии в 32 и 28 градусов по каким-либо осложнениям.
Чаще всего такие работы, они немногочисленные, но тенденция к этому есть, кардиохирурги этим занимаются, это изучается. С чем связано это? Потому что бывают клинические ситуации, когда нужно проводить операцию в условиях именно нормотермии, например, у беременных пациентов при остром расслоении аорты. Есть еще вопрос? Нет, да? Присаживайтесь, пожалуйста. Слово предоставляется ученым экспертам для оглашения письменных отзывов, поступивших в наш ученый совет на диссертацию и автореферат. В диссертационном совете имеется отзыв нашего центра как учреждения, в котором выполнена работа. Отзыв в целом положительный, без замечаний. Подчеркивается актуальность, потому что, несмотря на успехи, достигнутые в последние годы в хирургическом лечении расслоения аорты, вопрос защиты головного мозга остаются актуальными. Например, до настоящего времени четко не определены критерии выбора оптимального метода проведения антеградной перфузии головного мозга, уровня гипотермии, тактики оценки адекватности церебральной перфузии, частоты возникновения специфических осложнений. Диссертационная работа является фрагментом целевой комплексной темы хирургическое лечение, аневризм и расслоений восходящей аорты и дуги, острое расслоение, синдром малоперфузии, повторное вмешательство, разрабатываем в нашем центре. Тема диссертации также утверждена на ученом совете. Наиболее существенным результатом отзыв относит, что проведен и обобщен анализ и опыт 111 моментах операции на восходящем отделе дуги аорты с применением различных вариантов антеградной церебральной перфузии для защиты головного мозга. На ранних этапах исследования служило основным методом интероперационного мониторинга адекватной перфузии, вот это ТКДГ. Временный неврологический дефицит значительно реже встречался в группе с унилатеральной перфузией головного мозга по сравнению с первой и третьей группами. Факторный анализ причин развития неврологических нарушений на фоне антеградной перфузии головного мозга показал, что независимым предиктором развития неврологического дефицита служила продолжительность церебральной перфузии более 75 минут. Этот фактор был напрямую связан с объемом вмешательства на дуге аорты. Фактор бигемисферальной перфузии оказался связан с повышенным риском возникновения неврологических осложнений. И независимым предиктором развития неврологического дефицита служила продолжительность времени ИК более 300 минут. Время ИК обусловлено глубиной гипотермии. Также отмечается, что все фактические материалы, приведенные в диссертации, полностью соответствуют первичной документации, протоколам, исследованиям, записям в истории болезни, амбулаторных картах. Все это хранится в архиве НЦСХ имени Бакулева. Отмечается научная новизна, что работа является первым в Российской Федерации сравнительным исследованием, посвященным изучению непосредственных результатов операций на восходящем аорте, восходящем отделе и дуге аорты с применением различных методик интероперационной защиты головного мозга. Полученные результаты позволили разработать и обосновать тактику выбора оптимального метода проведения церебральной перфузии во время операции на восходящей аорте и дуги, а также минимизировать возможные осложнения при проведении подобных операции. Отмечается конкретное личное участие, принимал непосредственное участие в дооперационном обследовании, исследуемой категории больных, обсуждении хирургической тактики, в хирургических вмешательствах на дуге, восходящем аорте, отделе аорте при первичных повторных операциях. Курировал пациента также в раннем послеоперационном периоде. Данные сведения о внедрении, что научное положение и практические рекомендации уже нашли применение в нашем центре. И заключает, что диссертация представляет собой научно-квалификационный труд, в котором на основании выполненных автором исследований сформулированы клинически обоснованные новые научные положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение актуальной научной задачи, анализа непосредственных результатов и определение тактики защиты головного мозга при операциях на восходящей аорте и дуге. Заключение было принято на объединенной конференции всех отделений, которые принимали участие в лечении этих больных, под председательством Рената Муратовича Муратова. 35 человек присутствовали, все за. Поступил отзыв о научно-практической ценности из Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. Он выступал в качестве ведущей организации. Отзыв был обсужден и одобрен на заседании отделения реконструктивной восстановительной сердечно-сосудистой хирургии этого центра. Подписан доктор медицинских наук, член-корреспондентом РАН, заведующим отделением реконструктивной восстановительной сердечно-сосудистой хирургии Чарчаном. Отзыв положительный.
Замечаний нет. Отзыв определяет высокую научно-практическую ценность и актуальность диссертационного исследования Гарманова. Также отмечается новизна. Представленным автором исследования выполнен анализ доперсонных критериев оценки замкнутости Севелизового круга, что является, позволяет более аргументированно выбирать метод перфузии. Впервые представлены опции критерии для интерперсонной оценки адекватного кровоснабжения головного мозга. Доказана необходимость проведения развернутого нейромониторинга именно в момент адекватной перфузии. Проведен анализ роли степени гипотермии в развитии последующих неврологических нарушений. Даны рекомендации по выбору методики. Также отмечается научно-практическая ценность, что автором разработан алгоритм выбора метода перфузии головного мозга у пациентов аневризмы дуги аорты. В значительном числе случаев этот алгоритм позволил выявить органические причины невозможности проведения унилатеральной перфузии, а также интраоперационно оценить эффективность проводимой перфузии, тем самым уменьшить частоту послеоперационных неврологических нарушений. Результаты отзыв рекомендует применять в практике кардиохирургических центров, занимающих лечением больных с аневризмой и расслоением аорты, а также на учебных курсах. Отзыв заключает, что диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, которая содержит новые решения, актуальные задачи, защита головного мозга при операциях у пациентов с аневризмой и расслоением дуги аорты, а также методология дооперационного обследования и интероперационного контроля эффективности перфузии головного мозга. Кроме этих отзывов, имеется ряд отзывов на автореферат. Один из отзывов пришел из Татарстана от заведующей кафедрой сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии Казанского медицинского университета, главного внештатного сотрудника сердечно-сосудистого хирурга Министерства здравоохранения Республики Татарстан профессора Джарджики. Отзыв положительный. Положительных оценивает актуальность, новизну и практическую значимость работы и делает некое, замечание сложно назвать. Я зачту. Вместе с тем, хотелось бы в работе увидеть мнение о противопоказаниях, осложнениях, их частоте при выполнении доступа через правую подключичную артерию, так как в ряде случаев процедура может осложняться острой или хронической ишемией правой верхней конечности, о которой достаточно часто умалчивается или не воспринимается как осложнение. Следующий отзыв поступил от Попова Вадима Анатольевича, руководителя Центра сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, доктора медицинских наук. Отзыв положительный, без замечаний, положительный и подробно характеризует автореферат. Следующий отзыв от профессора Ковалева, заведующий отделением кардиохирургии номер 2, руководитель кардиохирургического центра Воронежской областной клинической больницы номер 1, доктор меднаук профессора, также положительный, также без замечаний. И отзыв поступил из Ростова от директора кардиохирургического центра Ростовской областной клинической больницы, заслуженного врача, заслуженного деятеля наук, доктора меднаук, профессора Дюжикова. Также положительный. Все отзывы без замечаний. Положительный. Рекомендую диссертацию к положительному решению по защите. Ну, поскольку там возник какое-то замечание, прошу вас ответить на этот. Огромное спасибо всем кардиохирургам, профессорам, которые интересуются проблемой защиты головного мозга и взяли на себя труд подробно проанализировать автореферат. Благодарен за положительные отзывы. На вопрос Раин Кондратьевича отвечу следующим образом. Для доступа к подключичной артерии мы применяем методику из подключичного доступа от латеральной трети ключицы по дельтапекторальной борозде. Нами применяется прямая канюляция артерии канюли диаметром 7,5 мм. После окончания искусственного кровообращения артерия вышивается однорядным непрерывным швом, и хорошая визуализация позволяет это выполнить без стеноза. В нашем исследовании мы не наблюдали ишемических повреждений правой верхней конечности, однако в литературе описаны подобные осложнения, когда используются наиболее технически сложные доступы. По нашему мнению, это надключичный доступ, либо подшивание сосудистого протеза подключичной артерии.
Из основных проблем при данной методике, при нашей методике, наблюдается временная отечность верхней конечности, либо какие-то парестезии, связанные с тем, что артерия располагается рядом с плечевым нервным сплетением. И также основными показаниями для проведения искусственного кровообращения, противопоказаниями для защиты головного мозга через правую подключичную подмышечную артерию является либо атеросклеротическая бляшка в устье самой артерии, суживающая ее, либо протяженное расслоение этой артерии. Хорошо, присаживайтесь. Ну, поскольку других там ни замечаний больше нет, то мы можем приступить к обсуждению и разрешите предоставить слово официальному оппоненту, доктору медицинских наук, профессору Баяндину Николаю Леонардовичу. Уважаемый председатель, уважаемые члены ученого совета, коллеги. Работа, представленная сегодня на защиту, актуальна. 111 пациентов. Методы защиты головного мозга являются одной из основных проблем вообще хирургии аорты при острых расслоениях, так и при хронических аневризмах. У автора достаточно большой материал, очень хорошие методики диагностики, хороший протокол обследования. И сразу скажу, что алгоритм, основная задача, которую ставит соискатель перед, значит, перед своей работой, это выработать алгоритм защиты головного мозга во время операций при остром хроническом расслоении и просто при хронических аневризмах. По обзору литературы, я считаю, вся палитра охвачена. Вообще, если говорить о защите головного мозга, правильно, как автор говорит, это две проблемы. Это варианты перфузии, унилатеральная либо билатеральная в настоящее время, потому что ретроградная сейчас редко применяется, бедренную артерию мы тоже, но это, понятно, тоже не рассматривается. И температурные режимы. Что касается унилатеральной и билатеральной перфузии, у автора четко даны показания, когда имеет смысл переходить с унилатеральной перфузии через подключичную артерию, переходить на перфузию левой сонной артерии. Основными критериями, это как идет дискуссия как в обзоре литературы, так и в дальнейшем, во второй и третьей главе, это является асимметрия транскраниальной доплерографии больше, чем на 40%, отличие кровотока по скоростных показателей по средней мозговой артерии. И основной метод, который применяется и у автора, и в настоящее время, это оксиметрия, когда идет, опять же, более чем 40% разброс по полушариям. Это является показанием к подключению сонной артерии, отведение для которой, левой сонной, отведение для которой предварительно оставлено при унилатеральной перфузии, оставляется, значит, порт для перфузии левой сонной артерии. В настоящее время вот по методам, опять же, по методам перфузии мозга я бы выявил все-таки две проблемы. Это вопрос материальной эмболии, как ни странно, воздушной эмболии, и вопрос гиперперфузии, не гипоперфузии мозга, а гиперперфузии. Тут у меня есть небольшой вопрос все-таки к автору. Когда он говорит про унилатеральную перфузию, там объемной скоростью он дает 6-8 миллилитров на килограмм, а при билатеральной он почему-то говорит о 10-12 миллилитрах на килограмм. Мы как раз боимся гиперперфузии и послеоперационного отека мозга, потому что, в принципе, когда вы ведете унилатеральную и билатеральную перфузию, не додать объемный кровоток практически вероятность исключается, особенно когда у вас аксиметрия по полушариям идет. А вот передать, как говорится, избыточное кровоснабжение может привести. И, кроме того, нельзя недооценивать абсолютно точно. Это материальная воздушная эмболия, которая может возникнуть по температурному режиму. Значит, по температурному режиму делать глубокую гипотермию, нормотермию, либо умеренную гипотермию. По глубокой гипотермии. Здесь опять же, о чем идет речь? Мысль это о том, что мы знаем работы Пензы, они защищают мозг великолепно, практически с нулевыми неврологическими осложнениями при нормотермии. Создают два контура, и мозг у них, они перфузируют нормотермию, то есть это их принципиальный подход. Я наблюдал эти операции, вот,
единственное, они четко мониторируют объемные кровотоки по сонным артериям, опять же, боясь гиперперфузии, и при подключении к протезу, антиградному, ну, к протезу, они убавляют перфузию, селективную перфузию. Это вот ключ к нормотермии. Конечно, сейчас нормотермию рекомендовать к широкому использованию опасно, потому что все-таки мозг достаточно такой тонкий орган, и не все хирурги готовы работать при нормотермии. Мы все прекрасно понимаем, что это снижает, повышает вероятность любой технической погрешности или любая, это приводит, ну, рискованно. А теперь, что касается все-таки температурного режима и вообще полиорганной недостаточности. Автор говорит, что полиорганная недостаточность является основной проблемой, основным осложнением при операциях, при расслоении, при протезировании дуги, геми, полудуги или вот. И здесь вот тоже интересный вопрос. Даже вот по четвертому выводу у меня появилось не то, что как бы какие-то вопросы, но понимаете, в чем дело? Если мы кровоснабжаем адекватно мозг, неважно, там 26 градусов или 32 градуса, мозг защищен практически полностью. И следствие полиорганной недостаточности это является как раз, что на нормотермии мы не защищаем, у нас на момент циркуляторного ареста выпадает кровоснабжение висцеральных органов. И опасность как раз заключается в том, что при длительном циркуляторном аресте у нас нижняя часть тела остается без, как бы мы, насколько надежно мы прикрываем как раз дальнейшую функцию этих органов. Тут вот в чем, опять же, проблема. Если бы все было гемидуга, вы правильно пишете, гемидуга 40 минут, то есть у нас тоже быстрее 30, вряд ли кто сделает это все разговоры, потому что при расслоении непросто. 40 минут у вас ишемия идет висцеральных органов, которые в конце концов определяют эту полиорганную недостаточность. Потому что головной мозг не определит полиорганную недостаточность. Мы прекрасно понимаем, он по объему не может выбросить столько, значит, веществ там, и лактатов, чтобы пациент вошел в полиорганную недостаточность. Еще раз поясню. Почему это все-таки является? Потому что, опять же, та же пенза, когда они работают на норм термии, вот, они, второй контур, они охлаждают очень прилично нисходящий отдел аорты, и по второму контуру у них идет где-то 20-22 градуса, то есть, вот, а голова у них нормотермия. Опять же, 40 минут циркуляторного ареста при температуре 26-28, мне кажется, это уже как бы предел вот, как бы, целесообразности. Вот. А полиорганная недостаточность при глубокой гипотермии, вы пишете, то есть у вас из вашей диссертации получается, что одной из причин полиорганной недостаточности является глубокая гипотермия. Давайте все-таки так рассмотрим, что основная проблема глубокой гипотермии, в принципе, это долгое согревание пациента. Когда вы уже включили протез, циркуляцию, и у вас пациент еще не догрет, предположим, там на 5-10 градусов, потому что если глубокая гипотермия 22 градуса, это вам греть пациента 16 градусов, 17. Вы пишете, за 3 минуты вы греете 1 градус, это очень быстро, мы так не рискуем, 0,1-0,2, то есть 10 минут 1 градус, примерно, если так, из глубокой гипотермии, иначе могут быть повреждения. Поэтому у вас получается 90 минут только на согревание, и тогда отсюда вытекают причины полиорганной недостаточности, потому что в это время у вас пациент на гепарине, вколы, естественно, кровят, и у вас идет постоянная циркуляция, у вас постоянно работает коронарный отсос, и за этот лишний час согревания пациент у вас потихонечку может валиться в коагулопатию, которая является следствием потом и кровопотери, и отсюда выходит полиорганная недостаточность. Температура здесь является только фактором длительного работы коронарного отсоса и искусственного кровообращения. Я почему так вот останавливаюсь немножко дискутабельным? Ну, потому что тема, в принципе, обсуждается, и можно сказать, что большие, вообще решены большие вот по этой проблеме, сделаны очень серьезные шаги, которые, в принципе, сейчас позволили приступить к большой хирургии по поводу дуги и вообще всей аорты. Это как раз ключ к решению проблемы. Но проблема еще до сих пор абсолютно не решена, и поэтому и разный подход авторов. Кто на такой температуре работает, кто работает по билатеральной, кто унилатеральной. И здесь очень важно, еще раз повторяю, все-таки возвращаясь к диссертации, хочу сказать, что автор своим алгоритмом
все-таки дает четко понять, обозначает несколько позиций, которые на самом деле сейчас являются общепринятыми, они находятся в процессе развития, и достаточно красиво автор еще раз показывает, когда надо применять такую методику унилатеральную или билатеральную, какой температурный режим, и самое главное, инструментальный и медикаментозный контроль эффективности этих данных двух методик. Диссертация написана, вообще, я считаю, очень хорошо методологически. По объему кандидатской диссертации она даже превосходит. В принципе, я вот даже так сказал, если бы, может быть, добавить клинических случаев и еще бы отшлифовать методики обследования, вполне можно было бы сделать и докторскую диссертацию из данной работы, потому что объем вот охваченной проблемы и ее решения, мне кажется, это сделать позволяет. Но это как бы пожелание на дальнейшую работу. В конце концов, еще раз прошу немножко, что я так занял много времени, потому что проблема, ну, актуальная, такая болезненная и достаточно близкая всем кардиохирургам, которые занимаются этой проблемой. И я хочу сказать, что автор поставленной задачи полностью справился. Работа, на мой взгляд, отвечает всем требованиям, предъявляемым кандидатской диссертацией. И просто еще раз хочется, я просто и сам беседовал с автором работы, он оставляет очень приятное впечатление. Просто хотел, чтобы это была дальнейшая предпосылка к его дальнейшим как бы научным изысканиям вот, в направлении решения этой сложной проблемы. Благодарю за внимание. Спасибо, Николай Леонардович. Пожалуйста, Сергей Владимирович, вам слово для ответа официальному оппоненту. Огромное спасибо, Николай Леонардович, за подробный и внимательный анализ моей работы. Что касается глубокой гипотермии и полиорганной недостаточности, абсолютно с вами соглашусь в том, что причина именно в длительности искусственного кровообращения, связанная с коагулопатиями, с увеличением, с увеличенным кровотечением, с работой насосов и так далее. То есть сама гипотермия – это уже как бы начало из того, из-за чего возникает последующая полиорганная недостаточность. Что касается гиперперфузии, этот вопрос остается открытым во всем мире, потому что как бороться с гиперперфузией, мы всегда имеем ее в голове, всегда держим эту проблему, потому что она считается наиболее опасной, чем гипоперфузия. В нашей работе мы постарались посмотреть на этот вопрос с точки зрения именно оценки скорости по среднемозговой артерии, чтобы она была не выше во время начала антеградной перфузии. То есть, когда мы начинаем искусственное кровообращение, мы оцениваем скорость по среднемозговой артерии, и в момент начала антеградной перфузии, чтобы эта скорость была не выше, такой же, как на искусственном кровообращении. Больше пока никаких вариантов мы в этом плане придумать не могли. Все. Большое спасибо за анализ. Удовлетворенный ответ, да? Так. У нас по уважительной причине отсутствует еще один официальный оппонент. Он болеет и... Но в ученом совете есть его письменный отзыв. Дина Шавкатовна, пожалуйста, зачитайте. Отзыв официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора, заведующего научным отделением неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца, научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, Соколова Виктора Викторовича. Отзыв определяет актуальность, поскольку в отечественной и зарубежной литературе имеются противоречивые данные по поводу преимуществ применения уни и билатеральной антеградной церебральной перфузии как высокую, и также это определяет высокую научно-практическую ценность. Научная новизна заключается в том, или определяет тем, что представляемая диссертация направлена на разработку и внедрение в клиническую практику методики выбора оптимального варианта и стратегии проведения антегральной церебральной перфузии при хирургическом вмешательстве на восходящем отделе и дуге аорты. Это актуально, поскольку позволит снизить число неврологических осложнений, тем самым улучшить результаты хирургического лечения пациентов с аневризмой и расслоением аорты. Диссертация выполнена достаточно по объему в клиническом материале. Результаты лечения изучены у 111 больных с аневризмой или расслоением восходящего отдела дуги аорты, накопленные за 10
лет. Материал включал пациентов, которым было проведено лечение. Практическое и научная ценность исследования. Отзыв отмечает, что высокое полученное результаты исследования позволили обосновать целесообразность и безопасность проведения операции на восходящем отделе и дуги аорты в условиях антеградной перфузии головного мозга. При этом проведенная по показаниям унилатеральной перфузии через правую подключичную артерию в условиях умеренной гипотермии зарекомендовалась как наименее требовательная в техническом плане эффективная методика защиты головного мозга. Дальше диссертация рассматривается по главам. Представлено на 170 страницах, состоит из 64 рисунков, 18 таблиц. Во введении автор обосновывает актуальность, четко формулирует цели и задачи, дает характеристику научной новизны и практической значимости. В первой главе традиционно представляется обзор литературы, подробный. Во вторая глава посвящена описанию предмета и методов исследования. Приводятся критерии включения в исследование, подробная клиническая характеристика больных, рассматривается диагностическая ценность методов обследования, тактика выбора того или иного метода защиты. В третьей главе представлены собственные результаты проведенного исследования. Четвертая глава – это обсуждение результатов. В этом разделе работы автор не только очерчивает круг имеющих противоречий в данной области кардиохирургии, но и аргументированно высказывает свою точку зрения по ряду спорных вопросов. По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ, из них 11 в журналах, рекомендованных ВАК. Автореферат позволяет получить точное представление об исследовании и заключает отзыв, что диссертация посвящена актуальной для сердечно-сосудистой хирургии теме, основана на большом клиническом материале, выполнена в соответствии с современным методологическим подходом проведения научных исследований. Таким образом, работа Гармана является законченным научно-коррекционным трудом, в котором предложены новые подходы к решению важной научной задачи, имеющей существенное значение для сердечно-сосудистой хирургии, обеспечения адекватного кровоснабжения головного мозга во время хирургических вмешательств на восходящем отделе и дуге аорты. Проведенное исследование также имеет, несомненно, большое практическое и научное значение для врачей-хирургов, практиков, занимающихся проблемами лечения патологии дуги восходящей аорты. Диссертация полностью соответствует всем требованиям ВАК. А диссертант заслужит присуждение ученой степени кандидата медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Сергей Владимирович, вам слово для ответа. Большое спасибо Виктору Викторовичу за проделанную работу. Мы с ним также общались. Очень благодарен за отзыв предоставленный. Хорошо. Кто хочет обменяться мнением по поводу данной работы среди членов ученого совета? Пожалуйста, доктор медицинских наук, профессор Муратов Ренат Муратович. Глубоко уважаемые члены диссертационного совета, хирургия восходящей аорты, она достаточно молодая область хирургии. И фактически и в нашей стране она приобрела более-менее такое ритмичное выполнение где-то в 80-е годы. Я хорошо помню это. Нарастание количества операций, расширение объема вмешательств от восходящей уже на дугу. И, естественно, очень много проблем приходилось решать. И технического характера, и обеспечения перфузионного, анестезиологического. И если говорить о теме сегодняшней диссертации, есть такая очень известная книга под редакцией Джозефа Касселли «Хирургия дуги аорты». И если посмотреть, там много уделено именно вопросам защиты мозга. Хирурги из разных стран описывают эти методы. И как ни странно, при всех методах очень хорошие результаты из разных учреждений. И если начинать эту хирургию сейчас, то я думаю, что можно вполне растеряться. Какой же метод избрать для своей практики? Потому что эффективность всех методов, если говорить только о защите мозга, она приблизительно одинакова.
Что можно из этого? Главный вывод, что, наверное, в каждом учреждении постепенно вырабатываются те детали обеспечения использования конкретного метода, который их устраивает, и, нужно сказать, и глубокая гипотермия с ретроградной перфузией достаточно успешно и сейчас применяется. В тех клиниках, где хирурги себя чувствуют комфортно при наработанной методике. В нашем центре, в котором выполнены тысячи операций и на восходящей, и на дуге, блестящая возможность оценить в одних практически руках, потому что этой проблемой занимается узкая группа людей, эволюционное такое развитие подходов к защите мозга. И вот сегодняшняя защита, я считаю, что она очень поучительна и очень полезна, как практическое наставление вот, для хирургов, для коллективов, которые намерены начинать вот эту вот большую хирургию дуги аорты. И мне кажется, что значение этой диссертации, оно именно заключается в том, что авторы на собственном опыте, при анализе детальном и технических особенностей, анатомических, дооперационных характеристик, во-первых, формулируют алгоритм подготовки к операции, диагностический алгоритм, четкое планирование операции, что позволяет операцию выполнять быстро, воспроизводимо, с минимальным количеством осложнений. И, конечно, совершенно логично следует постепенное упрощение операции. В каком смысле? В том, что авторы уменьшают продолжительность искусственного кровообращения, они уменьшают с помощью повышения системной гипотермии частоту коагулопатии и так далее, и так далее. И время хирургического вмешательства тоже сокращается. При этом качество защиты органов всех не снижается. И я считаю, что вот это самое главное убедительное предоставление доказательств в пользу того, что вот такая методика, без усложнения, двухконтурности искусственного кровообращения, там холодно, тут тепло, это можно, мне кажется, это ну, крайне сложно вообще, мне кажется, воспроизвести это все. А то, что автор в своей диссертации предлагает всем хирургам использовать простой, ясный подход, я абсолютно считаю, что это колоссальная заслуга, это именно самое главное, это улучшает качество операции и повышает выживаемость. И я считаю, что вот те выводы, которые автор получил, они, я бы хотел бы вот такую вот диссертацию иметь у себя, сказать, при подготовке к операциям. Ну, то есть это для нашего здравоохранения, для отечественной кардиохирургии, считаю, что огромное значение этой диссертации. Поэтому я и поддерживаю эту диссертацию, и призываю всех поддержать ее. И хочу поздравить весь коллектив с такими блестящими результатами, полученными у крайне тяжелой категории больных. Спасибо за внимание. Спасибо, Ренат Мурадович. Кто еще хочет вмешаться? Пожалуйста. Доктор медицинских наук, профессор Аракелян Валерий Сергеевич. Уважаемый Владимир Петрович, член ученого совета, коллеги, я бы тоже хотел поддержать данную диссертацию соискателя Сергея Владимировича. Наверное, в меньшей степени в связи с характеристикой самого соискателя. Очень скромный молодой человек, очень интеллигентный, очень исполнительный, очень порядочный, в то же время активный врач, активный хирург. Наверное, это немаловажные характеристики претендента, соискателя на ученую степень кандидата медицинских наук. Но и в то же время, наверное, основное, что бы я хотел подчеркнуть, это актуальность этой работы и ее содержательность.
Я трудно не согласиться с Ринатом Муратовичем, что это, наверное, один из самых молодых отраслей сердечно-сосудистой хирургии. Но в то же время я бы хотел напомнить, что наш центр имеет большие приоритеты по этой проблеме. В нашем центре сделаны первые операции в стране по протезированию всей дуги аорты, по применению всех технологий по защите головного мозга, касательно и гипотермии, гипотермической остановки кровообращения и ретроградной перфузии головного мозга. Трудно здесь, говоря об этой проблеме, не вспомнить Анатолия Ивановича Малашенкова, всего его коллектива, его громадный вклад в эту работу. Безусловно, один из самых тяжелых разделов сердечно-сосудистой хирургии вообще. И по тяжести операций, по продолжительности операций, по результатам операций. И, наверное, в этом аспекте тоже является эта характеристика этой работы. Наверное, то, что говорил Николай Леонардович, в этом есть очень много правды. То есть результаты операции в большей степени, наверное, будут зависеть от того, какой режим гипотермии будет применяться, какие скоростные параметры перфузии будут применяться для защиты головного мозга. Все эти параметры в значимой степени влияют. Я могу подчеркнуть еще один аспект, который вообще на сегодняшний день никем не оценен, и трудно его оценить. Вопрос ауторегуляции головного мозга. Да? Как влияет на эту ауторегуляцию головного мозга наркоз? Как влияет искусственное кровообращение, как влияет гипотермия, остановка кровообращения. Я думаю, что здесь очень и очень много вопросов, на которые вообще нет ответов. И то, что вот в этом разделе сердечно-сосудистой хирургии пока сама открытая хирургия является единственным, пока, наверное, безальтернативным методом, хотя эндоваскулярные методы продолжают, я бы сказал, не то что активно, а агрессивно внедряться даже в этот раздел хирургии, но на сегодняшний день все-таки альтернативы хирургическим методам нет. Мне эта работа больше всего понравилась, мне кажется, это основное, скажем так, основное преимущество этой работы – индивидуальностью подхода. Было подчеркнуто и в актуальности, которую показывал сам соискатель, рецензент, уважаемый Николай Леонардович, и вот Ринат Муратович сказал, что есть апологеты разных подходов. Какую температуру использовать, какую артерию использовать. Я знаю, например, в Европе больших сторонников использования левой сонной артерии для перфузии головного мозга и как источник перфузии. Они показывают великолепные результаты. Какова роль замкнутости Велизиевого круга? Одни настаивают, что вообще его изучать не надо, так как это никакого влияния не имеет. Другие считают, что это актуальнейший вопрос, это краеугольный камень изучения результатов этих операций и так далее и тому подобное. Кто-то настаивает только на унилатеральной монодемисферальной перфузии, кто-то настаивает только на бидемисферальной перфузии. А вот именно индивидуальный подход, оценка состояния, функционального состояния головного мозга, толерантность обеих гемисфер к ишемии, оценка до операции и особенно во время операции, и в зависимости от этого использование того или иного метода защиты, мне кажется, вот это самым важным преимуществом того метода, который предлагается авторам в этой диссертации. Коллеги и рецензенты, и выступающие неофициальные рецензенты подчеркнули результаты, полученные результаты. Это большое преимущество, если сравнивать с теми результатами, которые мы имели в 70-е, 80-е годы, даже в 90-е годы. Конечно, это большой-большой рывок вперед. И я считаю, что мы в полной мере можем поддержать и самого соискателя, и эту работу. Я буду голосовать за и призываю всех членов ученого совета голосовать за эту работу. Спасибо. Спасибо, Валерий Сергеевич. Еще желаете? Ага. Доктор медицинских наук Мироненко Владимир Александрович. Глубоко уважаемый Владимир Петрович, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые коллеги. Я хотел бы отметить следующее касательно этой работы. Во-первых, эта работа имела стратегическое значение вообще для развития хирургии в нашем центре, в нашем отделении. Работа инициировалась еще Анатолием Ивановичем действительно, и если в те годы она носила такой характер оценочный, то есть ставились, может быть, даже первичные задачи
сравнительного анализа уни и биомисферальной перфузии, то в последующем процессе выполнения, в процессе наработки вот этих алгоритмов, эта работа превратилась в мощный инструмент выбора тактики лечения. А с учетом нашего интереса, интереса в отделении к острым ослоениям, к пациентам, оперированным после, которых мы вынуждены оперировать после тромболизиса в условиях такой жесткой коагулопатии, пациентам, у которых острое расслоение мы оперируем с расширением на дугу аорты, пациентам с сочетанными вмешательствами, связанными с малперфузией головного мозга. Вот эти вот подходы, они дали мощный, гибкий инструмент выбора тактики планирования операции. Вот. Здесь крайне важно вот это понятие функциональной замкнутости Велизиева круга, потому что если начинали мы с того именно с оценки анатомии и пытались ее поставить во главу угла, но затем совершенно однозначно и очевидно, что функциональный статус определяет нашу тактику каннюляции. Второй момент четко показано и доказано в диссертационной работе. По сути дела равнозначность унии и бигемиспиральной перфузии в случаях функциональной состоятельности Велизиева круга. Таким образом, руки оказываются развязаны в плане обеспечения перфузии с одной или с двух сторон. Если мы до операции, и эти пробы приведены здесь, и инструментально мы можем это до операции проконтролировать, а также на основании интраоперационного мониторинга. То есть совершенно очевидно и зряче, так сказать, мы выбираем способ защиты головного мозга с хорошими последующими результатами. Здесь вот стоял вопрос по поводу более, может быть, худших результатов при бигемисферальной перфузии, которую мы вынуждены были применять в связи с разомкнутостью Велизиева круга. Но это как раз и указывает большую уязвимость головного мозга в случае вот такого функционального состояния сосудов. Эта работа, по сути своей, она следующее развитие получает в наших подходах к малперфузии, органной малперфузии. Ибо мы, начиная с малперфузии головного мозга, приступили к оценке малперфузии конечностей, других бассейнов кровообращения. И касательно лимита циркуляторного ареста, следующий наш шаг – это стал внедрение висцеральной перфузии. А висцеральная перфузия без применения вот этого метода или других способов защиты головного мозга становится крайне проблематичной. Поэтому эта работа лежит в основе, она законченный научный труд, безусловно. Но правильно отмечено, что она имеет большое практическое значение для дальнейших шагов, которые мы видим в концепции, которую сейчас мы внедрили, будем развивать и оценивать. Это концепция адаптивной перфузии, гибкой системы кровообращения нескольких артериальных бассейнов, которые обусловлены вариантами поражения и расслоения аорты. В целом я хотел бы поддержать данную работу, хотел дать, собственно говоря, высокую оценку диссертанту, потому что он проявил себя и как ученый, и очень хорошо себя зарекомендовал в отделении как хирург за эти годы, за годы работы над диссертацией, существенный прогресс в его хирургической работе. Вот, и хотел бы поддержать эту работу. И считаю, что Гарманов Сергей Владимирович достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук. Спасибо. Спасибо, Владимир Александрович. Есть еще желающие? Нет, да? Сергей Владимирович, вам предоставляется заключительное слово. Большое спасибо всем выступающим за положительные отзывы, за анализ моей работы. Прежде всего хочу поблагодарить академика Российской академии наук Льва Антоновича Бакирия за возможность учиться хирургии, проводить научные исследования в ведущем кардиохирургическом центре и быть полезным пациентам и отечественной кардиохирургии. Огромная благодарность великому кардиохирургу Анатолию Ивановичу Малашенкову, в отделении которого начинал работать и постигать азы кардиохирургии. Хочу выразить отдельную благодарность заведующей отделением реконструктивной хирургии корня аорты профессору Минороненко Владимиру Александровичу за доверие, за неоценимую помощь на моем хирургическом и научном пути. Для меня большая честь, Владимир Александрович, трудиться рядом с вами и учиться у вас. Огромная благодарность за помощь и содействие в проведении этой научной работы всем сотрудникам
отделения, отделение анестезиологии, реанимации, рентгендиагностического отдела, отдел ультразвуковой диагностики, в особенности Маргариты Владимировны Шумилиной, и заведующего отделением хирургического лечения нарушений мозгового кровообращения Дарью Шунидалу Ахметовичу. Хочу поблагодарить мою семью и друзей, которые всегда были со мной рядом и поддерживали меня. Всем спасибо огромное. Так, вопрос передается на тайное голосование. Нам необходимо избрать счетную комиссию. Предлагаются следующие кандидатуры. Доктора медицинских наук, профессора Ким Алексей Иванович, Купришов Алексей Анатольевич и Диасамидзе Кахабер Энверович. Кто за то, чтобы избрать данный состав счетной комиссии, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принято единогласно. Прошу комиссию приступить к работе.
Ну, пока работает счетная комиссия, у нас есть текущие дела. Пожалуйста, Дина Шавкатовна. Диссертационный совет. Представлена диссертация Данаканяна Сергея Агвановича на тему «Альтернативное хирургическое лечение пациентов с периферическим поражением коронарного русла, представлено по специальности сердечно-сосудистой хирургии, выполнено при консультировании Бакери Ильи Антоновича и Бакери Ольги Леонидовны». Диссертационная работа опробирована 7 ноября 2018 года под председательством Муратова. Официальные рецензенты выступали Сигаев и Мироненко. 25 научных работ, из них 15 статей ведущих рецензируемых в журналах определенных ВАК. В качестве официальных оппонентов рекомендуется Ковалев Сергей Алексеевич, доктор меднаук, профессор, руководитель кардиохирургического центра, заведующий отделением кардиохирургии Воронежской областной клинической больницы номер 1. Хубулава Геннадий Григорьевич, доктор медицинского, профессор, академик РАН, заведующий первой кафедрой хирургии усовершенствования врачей военно-медицинской академии Немикирова. И Чарчан Эдуард Рафаэлович, доктор медицинского, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделением хирургии аорты и ее ветвей РНЦХ имени академика Петровского. В качестве ведущей организации рекомендуется научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Кто за то, чтобы утвердить данный состав оппонентов, прошу поднять руки. Кто против, воздержался, принято единогласно. Следующую диссертацию представил Лосев Владимир Вячеславович. Роль интраоперационной оптической когерентной томографии в морфологической оценке коронарных кондуитов при хирургической ревоскуляризации миокарда по специальности сердечно-сосудистой хирургии, выполнена под руководством Леонида Антоновича Бакерия, опробирована 26 июня 2019 года. Официальным рецензентом выступили Дадабаев и Рустамов. 9 научных работ, из них 6 статей, ведущих рецензированных в журналах ВАК. В качестве официальных оппонентов рекомендуется Абуков Сергей Александрович, доктор меднаук, профессор, руководитель отделения рентгена, хирургических рентгена и эндоваскулярных методов диагностики и лечения Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. И Баяндин Николай Леонардович, доктор медицинского, профессор, руководитель кардиохирургического отделения, врач сердечно-сосудистый хирург из городской клинической больницы номер 15. В качестве ведущей организации рекомендуется научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Кто за то, чтобы утвердить тоже данный состав оппонентов, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принято единогласно. Следующая диссертация Квасниковой Ирины Павловны на тему «Особенности хирургического лечения больных ИБС возрастной группы 70 лет и старше», выполнена под руководством Леонида Анатольевича Бакерия, опробирована 31 января 2018 года под председательством профессора Сигаева. Официальные рецензенты выступали Чишвили и Марчадзе. 3 статьи ведущих рецензентов в журналах определенных ВАК, всего 6 научных работ, экзамены все сданы. В качестве официальных оппонентов рекомендуется Баяндин Николай Леонардович, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения кардиохирургии городской клинической больницы номер 15. И Ткачев Евгений Викторович, доктор медицинских наук, начальник 142-го отделения, заместитель начальника Центра сердечно-сосудистой хирургии, подполковник медицинской службы, главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. И в качестве ведущей организации рекомендует Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии искусственных органов имени академика Шумакова. Кто за то, чтобы утвердить данный состав оппонентов, прошу проголосовать. Кто против, воздержался, принято единогласно. Слово предоставляется председателю счетной комиссии, доктору медицинских наук, профессору Ким Алексею Ивановичу. Глубоко уважаемый председатель, члены ученого совета, коллеги, значит, комиссия, избранная для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации Гарманова Сергея Владимировича на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии, гриф 14-01-26. Состав диссертационного совета утвержден Минздравом Министерства образования и наук Российской Федерации. По защите, значит, присутствовало на заседании 17 членов совета, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации сердечно-сосудистая хирургия, 6 человек. Роздано бюллетени 17, осталось нерозданных бюллетеней 6, оказалось в урне бюллетени 17. За 16, один бюллетень недействительный и против нет. Кто за то, чтобы утвердить протокол счетной комиссии, прошу поднять руки. Кто против, воздержался, принято единогласно. Нам необходимо утвердить проект заключения по диссертации. Пожалуйста, Динара Шавкатовна.
Рассмотрев документы, поступившие в диссертационный совет, совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований разработана тактика определения показаний для унилатеральной и гемисферальной антеградной перфузии на основании транскраниальной доплерографии церебральной октиметрии при оперативном вмешательстве на дуге аорты. Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что изучена эффективность и безопасность антеградной церебральной перфузии при расширенном нейромониторинге у пациентов с патологией восходящего отдела и дуги аорты. Изучены и представлены литературные данные, имеющиеся на данный момент разработках. Обоснована эффективность оценки линейной скорости по средним мозговым артериям при помощи транскраниальной доплерографии и данных церебральной оксиметрии при выполнении операции на дуге аорты. Обоснована эффективность применения умеренной гипотермии при операции на восходящем отделе дуги аорты. Личный вклад состоял в сборе и анализе данных, полученных при обследовании наблюдения за пациентом, обработке материалов с применением статистических методов, введении лечения больных, анализе литературных данных. Таким образом, на заседании 6 декабря 2019 года диссертационный совет принял решение присудить Гарманову Сергею Владимировичу ученую степень кандидата медицинских наук. Кто за то, чтобы утвердить данный проект заключения, прошу голосовать. Кто против, воздержался. Принято единогласно. Сергей Владимирович, я поздравляю вас с успешным защитой диссертации, желаю дальнейших успехов в научной, творческой жизни и в семейной жизни.